Всем доброго времени суток, на связи Вальдемар и очаровательная полкило, или он, или она, черт его знает. Сегодня у нас выпуск про интересную эвакуацию. Эвакуируем мы автомобиль, по-моему, Opel, с 7 этажа многоярусного паркинга, но не просто эвакуируем, этот автомобиль сгоревший. Сгоревшая передняя часть, ну как по звонку клиента, задние колеса вроде в норме. Попробуем. Сегодня 8 октября. Удивительно, я добрался без пробок. Обычно по часу, по полтора, по два можно простоять. Время сейчас без чего у нас там? 6:30. Друзья мои, помните, были такие рейдерские захваты паркингов и так далее? Вот это одна из пострадавших машин. Сейчас попробую подсветить. Вот такой сгоревший Opel. Сейчас его задомкратил. Подложил колесо, тоже сгоревшее. Вывешу морду, чтобы понятно было, что происходит вообще. Так вот у нас это все выглядит. В общем, мы на 7 этаже, геморройчик нам прилетел нормально. Плюс полицию вызывали, не хотели пускать, скандал. И так, к сожалению, не смог записать. Но кто подписан на Инстаграм, всегда все вещи видят в первую очередь. Так, я, в общем, погнал подымать. А вы не переключайтесь, нам еще ее вести далеко. Все, друзья, повезли мы погорельца. Не переключайтесь, ну лайк поставьте. Погнали. Такие бывают сложные ситуации в паркингах. Мы с полкило простились с копченым, провели свой особый такой ритуал. Крутанули биндикс, зажгли искру в свечах и вырубили в свет сарая. С вами был Вальдемар. До связи, друзья. Скоро увидимся. А чуть не забыл. Кликни подписаться. По-братски. Все, пока.